Пенсионерка дала 25 тысяч за продукты. На минувшей неделе две мошенницы наведались в квартиру 75-летней жительницы Кургана. Они представились знакомыми ее дочери и предложили купить у них продукты. Потребовали 2 тысячи. Пока пенсионерка отлучилась, нашли и украли еще 23 тысячи рублей. Примет потерпевшая не запомнила. Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 пункта Уголовного кодекса. И наказание, санкции этой статьи предусматривают лишение свободы до 5 лет. Этот случай не единственный. Похожие случаи были несколькими месяцами раньше. И хотелось бы все-таки сказать, чтобы люди были более бдительны, не разговаривали с незнакомыми людьми, то есть проверяли информацию, которую они дают. Ну и, конечно же, не пускали незнакомых людей в квартиры, не оставляли их без присмотра.